Гуманитарный проект Ивана Полякова и издательство «Весь мир» представляют. Россия, Индия, Мексика, Норвегия, Франция, Китай, Танзания, США. Весь мир под академическим прицелом историков, политологов, социологов, экономистов и философов. Обусловленные исторической необходимостью и продиктованные ускользающей актуальностью встречи с издателем Олегом Зимариным, на которых мы ломаем стереотипы гуманитарной картины мира. Совместное производство ТВ «Брикс» и Омской телевизионной компании под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.